Безусловно. Ива, о каком это артефакте речь? За что свою кровь на Прайм проливаем? Подарок Безымянного из Прайм-зоны. Осколок былой мощи Старой Империи. Вот только пока не совсем понятно, что за сила в нем скрыта. Тю, эти громкие слова ничего мне не говорят. Зато артефакт, похоже, очень много значит для Чудии. Вам не кажется, что все проблемы именно из-за него? Кажется. А еще мне кажется, что он может чуть уничтожить. Это почему ты так решила? Экспериментировала. И мне уже совершенно ясно, что артефакт впитывает Прайм. Но и у него есть предел. И если артефакт переполнится, то произойдет взрыв, уничтожающий весь Прайм в округе. А нет Прайма — нет и Чуди. И нет героев? Не знаю. Думаю, героям придется не сладко, но они выживут. Друзья мои, если бы вы знали, как я люблю взрывы, давайте его зарядим. Ну, пожалуйста, пусть рванет. Мы можем это сделать. Принцип работы аналогичен зарядке Праймом героев. Достаточно просто убивать чуть. Прайм сам впитается в артефакт. И что мы тут тогда время зря тратим? Вперед! Сезон охоты на чуть объявляю открытым! Чем больше меч, тем больше сил. Так точно! Рублю! Кого убить? Полосатые атакуют нас вместе? Герои доктов и одарницев объединились? Они что, грибов с дубинками объелись? Я беру на себя серого. Так точно! Кого убить? Галю! Погоди, не убивай! Дай сказать! Чего ты ждешь, при... Ты, погоди! Да он просто... Спешу на помощь! Плохое решение. Не стоит повторять моих ошибок. Зря! Проклятье! Все бойцы превратились в чуть! Зато артефакт напился Прайма. Давайте, поднажмите, осталось чуть-чуть! Сделаю! Так-то ты держишь свое слово, Безымянный. Так точно! Готов убивать! Ну, кто на меня? На защиту! Рублю! Расступись! Кого изрубить? Есть! Зарядился. Сейчас рванет. Поберегись! Есть. Все, как я и рассчитывала. Ну и взрыв, ну и артефакт. Безымянный, тебя сейчас, по-моему, стошнит. Ива, что ты наделала? А ты что, на смерть своего Безымянного и моего чудо-героя ты тоже рассчитывала? Ведьма! Издержки эксперимента. Не переживай, сейчас всех воскресим. Победа! Чуть уничтожена. И ты вместе с ней, кстати? Не обидно? Немного. Мне, как и любому герою, не привыкать к смерти и возрождению, но... Неужели нельзя было хотя бы предупредить? Не кричи на меня. Если бы не мое образование в Академии Лордов, если бы не артефакт, мы бы были сейчас по уши в Прайме. Устраиваемся поудобнее, драма. Второй акт. Злючка-колючка дает по башке рыцарю печального образа. Х.
Хочу напомнить, госпожа, что это именно я принес вам артефакт. В этом и состоит наш договор. Я служу вам и разыскиваю артефакты. Вы воскрешаете меня в случае смерти. Но ты ведь не предупреждал о том, что вместе с артефактом заявится вся окрестная чуть. Бац! 1-0, королева побеждает. На ее месте я бы сейчас задал вопрос про таинственного хозяина и про предательство, о котором болтали серый с полосатым. А уж если провести сеанс психотерапии, я думаю, мы смогли бы дать внятные имена всем душевным травмам безымянного. Ладно, не будем сейчас все это обсуждать. Что? Как это? Вот так всегда, на самом интересном месте.